37-летняя Ванесса Брайан старается вернуться к обычной жизни после смерти мужа, 41-летнего Коби Брайанта. У легендарного баскетболиста остались 3 дочери. Спортсмен погиб в авиакатастрофе вместе с 13-летней дочерью Джанной. Вертолет, на котором кроме Коби и девочки, летели еще 7 человек, разбился в Калифорнии. Ванесса поделилась трогательным видео, как ее младшая дочь учится вставать и пытается сделать первые шаги. Малышке Капри всего 7 месяцев. В этой непростой задаче ей помогает сестра погибшего отца. «Моя Коко Бин. Она очень похожа на мою Джиджи с ее папиными глазами», — нежно написала Ванесса в Инстаграм. Коби прожил с женой в браке 21 год. У супругов родились 4 детей. Старшей дочери пары Наталии 17 лет, Бьянке — 3 года, а младшей — 7 месяцев. Коби Брайант и его жена никогда не летали вместе на вертолете. Об этом они договорились еще несколько лет назад. Вдова спортсмена призналась, что живет только ради детей. Дочь Алека Болдуина сблизилась с ним после гибели в авиакатастрофе Коби Брайанта.